Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию изготовить стример, который конкретно под рыбалку жереха. Но с таким же успехом ловится и щука, и судак. Давайте приступим, и в процессе изготовления я вам буду потом уже все рассказывать. Крючок я взял 1.0 щучий. Огрузил его свинцом и сразу белой ниткой подровнял тело и скрыл наш свинец, чтобы он не проявился. Нам необходимо отрезать кусочек, небольшую вот такую щепотку меха белого песца, убрать все излишки, подровнять. И сверху у загиба, так, чтобы не заходить на свинец, закрепим наш материал в одной точке. Вот так будет достаточно. То есть величина хвостика должна быть чуть больше нашего крючка. Для чего? Для того, чтобы он у нас стабилизировал при быстрых проводках, стабилизировал у нас сам стример. И нам теперь понадобится наш люрикс. Какой вы уже подберете для себя сами. Я, допустим, подготовил, у меня есть немножко вот такой бракованный, но в процессе рыбалки он выравнивается и становится достаточно симпатичным. Укладываем прядь сверху и под парочки прядей сбоку. Также в одной точке. Подравниваем по длине, отрезаем и укладываем с другой стороны. Блестящих элементов здесь должно быть у нас в достаточном количестве, так как жерех у нас не боится, как и щука, большого количества нашего люрикса. Отрезаем, удаляем остатки. Для того, чтобы продолжать дальше, я обычно беру обыкновенный клей-карандаш, слегка вот так промазал, и у меня материал находится в хвостике, и мне не мешает. Заодно я как раз вижу, какая длина реальная. Мне гораздо удобнее вот так работать. Посмотрели, если где что подрезали, люрикс, который несколько длиннее. И продолжаем дальше. Нам теперь понадобится небольшое перо. Желательно, чтобы оно было мягкое, из скальпа петуха или курицы, с хорошими длинными бородками. Я подготовил вот такое перышко. Оно флуоресцентное и достаточно с длинными бородками, чтобы выполнить нам здесь опушку. Подготавливаем наше перо. И теперь уже здесь не имеет значения, как мы будем выполнять, в какую сторону будет идти у нас перо. Мы с вами выполним вот ровно столько, сколько у нас будет позволять само перо опушку. Это у нас будет дополнительно стабилизировать наш стример. И плюс к тому же будет хорошо обозначена точка атаки. Выполним опушку. Выполнили с вами вот такую симпатичную опушку. И я закрепил вот такой интересный материал, который я уже использовал для изготовления стримеров. Это в пластике получается хорошая такая, как люриксом сделанная проволочка внутри. И все это залито в трубки. Довольно-таки крепкий и удобный для изготовления материал стримеров. Нить я удалил, промажем немножечко клеем и буквально до окончания свинца выполним обмотку. Закрепили с вами вот так материал. И теперь нам необходимо с вами обозначить жаберные плавнички
и сделать опушку, я беру вот совсем небольшую вот такую щепоточку красного меха песца. Чтобы длина у нас как раз доходила до жала. Лишнего нам как раз не нужно. Подбираем, переворачиваем в удобное для нас положение и крепим теперь наш мех. Рассредотачиваем его так, чтобы он у нас хорошо лежал. Вот так приблизительно будет достаточно. И в качестве опушки я тоже подготовил совсем такое необычное перышко шартрез. Выполним опушку. Вот в таком варианте, в принципе-то, можно добавлять крыло, как я уже изготавливал. Можно не добавлять, но учитывая то, что крыло нам здесь в данный момент не нужно, мы выполним только лишь опушку для стабилизации, только лишь для этого. Закрепим перо и выполним опушку. Сделали опушку, нанесли буквально капельку лака и вот такой простой в изготовлении стример готов к работе. Материалы можно заменить, подберете для себя, как вам будет удобно. Просто неубиваемый. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!